Всех приветствую, всем приятного просмотра, и в прошлой серии мы остановились ровно на этом месте. Так что давайте открывать эту дверку и смотреть, что за ней находится. Надеюсь, ничего стрёмного нету, потому что в прошлой серии я очканул пару раз. Это блядская статуя. Я схожу с ума? Здесь ничего нету. Тихонечко. Так, ага, вот мы сможем с вами здесь посмотреть, да? Эти, как его, микрофильм, или как она называется, штука? У меня есть она, по-моему. Так, где эти? Вот они, да? Старые слайды. Все, понеслась. А нужно ли мне их фотографировать, как думаете? Ну, судя по фотографиям, то, наверное, да. А давай попробуем вот так встать. Не, ничего не происходит. Ладно. Давай клацать. Бабушка? Если бы у бабушки были... А, я бабушку просто не видел. Я думал, что... Ладно. Думал, что это дедушка, ну ладно. Отец. Эти фотографии довольно старые. Ага, все, да? Мы все посмотрели. Ёб твою. Это что такое? Тихо. Идем на свет, быстро. Сука, спы... Блять, я не хочу заново вот этой вот... Пугаться. Так, что тут нужно? Тут нужно вставить какую-то хрень. Только какую хрень вставить, я без понятия. Так, бонжур. Офис деда. Как связаться с мертвецами? Он хотел с ней поговорить. Так, читать. Так, если тебе нужна на комбинацию, ты знаешь, где ее найти. 10 и 5, по-моему, помните, было? Вроде бы, если не ошибаюсь. 10 и 5, да? Или нет? Помните, было 5 вправо, по-моему? Погоди. Нет. 10 и 5, да? Это оно? Либо нет. Я помню, что у нас где-то было. Что если вам нужно, то... Я читаю рунические карты Таро. Понятненько. Так, давай сфотографируем. Сука. Ага. Я помню, что... Блин, либо это не это. Как тут открыть? Так, ну это считается за пятерку, правильно? Это десятка. Либо нет. Тихо, Ира. Помните, что было написано 5 вправо? Помните, записка в туалете лежала? И что-то там у кого-то 10 влево. Если честно, я без понятия. Помню, что у нас было 2 подсказки. 5 вправо, плюс часы деда на диване, там было 9 вечера.
9 вечера, и там, по-моему, пару секунд только. Что конкретно от нас тут требуется? Блин, ну я ж не могу постоянно так вот делать, да? Или могу? Ладно, давайте, наверное, вернемся назад. Хер его знает. Может, реально я что-то упускаю. Блин, а как мне... Как мне открыть... Взаимодействовать? Нет, это не то. Как думаете, сломанная лопата, я не зря ее сломал? Может, она нам пригодится? Так. Лунный короб. А как мне открыть этот лунный короб? Повернуть, приблизить... Ладно, пошлите отсюда, попробуем вернуть картину. Все, я эти могу выключить? Нет, эти выключить не могу. Давайте попробуем вернуть картину на место, там где было 30 чем-то, помните, написано? Может, нам даст какой-то ключ, не знаю, может, какую-то отгадку, разгадку. Блин, я, честно, без понятия. Возможно, из-за того, что я сломал лопату, мы дальше с вами и не пройдем. Наверное. Так, куда мне нужно? Мне нужно сейчас наверх сюда. Смотри, вот есть. Дедушкины часы. И ровно 9. Только я не знаю, что это нам даст. И плюс там 5 вправо, вот в туалете было. Сейчас покажу. Вот, смотри. Читать. Вправо и 5 влево. То есть вправо надо, наверное, 10 и 5 влево. А оно считается как 10 это... Блин, а давай попробуем, хорошо. Не понял. Где? Алло? Правильно понимаю, это же здесь же. Ладно, полезли наверх. Полезли наверх. Так, теперь вспомнили бы куда, кого. Где наша картина? Нет, не то. 33. А где наша была фотография с 33? Взаимодействовать. Где наши 33? Или все, больше нету? Вот, 13, 25, 38, 10, 13, 38. 38. 38 плюс 13, 51. Всегда нужно как-то их развесить. 43. 43. Так, где ты? Тут 5, да? 5 лет. А тут тебе... 33. 33 плюс 5, 38, правильно? Или неправильно? Хорошо, давай вернем картину деда. Попробуем сфоткать. Хер его знает, в каком порядке нужно его вешать. Не сработало. Не сработало. Хорошо. Давай заберем. Давай заберем и давай вот сюда. Повесим деда.
сфоткать? Тоже нихера, да? А может все гораздо проще? Может нужно вешать рамки по... Ну смотри, где у нас круглая есть? Круглая вот тут есть, да? Рамку деда вешаем на круглое. Да, смотри, подходит, подходит. Здесь у нас... Угу. Значит, малого вот сюда. Ну, по логике вещей. Еще осталось две картины найти. Насколько я понял, еще осталось две картины найти, правильно? Вот ромбом. И сюда. Только где они? Это что такое? Схватить. Довольно странно. 6. Ага, вот сюда есть, отлично. Сука, ты можешь не скрипеть, пожалуйста. Мне осталось найти только одну картину. Только где она находится? Вот тут, вот смотри. Сорок три. Может, 43 это пароль? 43 типа влево. Сейчас, ребят, я... Ага, а ты что делаешь? Что тут забыла? Заметили, да? Подруга вечно... Бля, и исчезла. Как только мы проходим, она сразу появляется. Так, но здесь больше ничего нету, давай спускаться. Давай думать по поводу, не знаю, сейфа. Дверь какая-то открылась. Либо меня глюкнуло. Пусть ты будешь открытый. Нет, закрыто. А что открылось? Так, ты кто? Ты никто. Угу, давай возвращаться назад. Где мне еще картину найти одну? Может вернуться в самое начало, как думаете? Тихо, тихо, тихонечко. Может реально вернуться в самое начало? И попробовать оттуда посмотреть. Просто гребаная лопата у меня сломанная. Давай вернемся к колодцу. Там посмотрим, а там что-нибудь добавилось. Просто честно, я без понятия, подсказок здесь нет. Вроде они и разбросаны по всей локации, но... Ну опять же говорю, я танкист, мне нужно попроще. Так. Ага, закрыто. Хорошо, давай попробуем в записную книжку зайти нашу. Взаимодействовать наверху. Понял. Мне нужно найти еще одну картину. Где мне эту картину найти? Что я упустил? Как мне открыть баночку? Вот это вот, что у меня с собой. Может, внутри там тоже какой-то ключ находится. Может, медальон. Я сейчас говорю за вот это вот. Луна. Месяц, понятно, что месяц, но... Вы поняли, в чем я. Так, баночка с месяцем. А куда мне эту баночку поставить? Как мне ее открыть? Так, здесь мы были. В толчке мы тоже были. Здесь ничего нету, да? Я тебя взять не могу. Нет, не могу. Здесь тоже ничего нету. 5 лево, 6 вправо. Так, книжка, книжка. Таблетки, таблетки. Блин, может быть... Не, это явно не туда. Закрыто, закрыто.
Ну вот окно, просто возьми, выпрыгни в него. В чем проблема? В чем проблема это сделать, скажи, пожалуйста. Да, там дверка. Здесь вот мне не хватает использовать, смотри. Не могу. Ладно, кассета есть. Пошли кассету послушаем. У меня же есть кассета, я ее не слушал. Идемте. Кассета у нас слушается. Нет, не здесь, вот здесь. Давай слушать кассету. Так, схватить. Кассета номер 2. Где наша кассета номер 2? Вот это вот, да, по-моему, да. Давай послушаем. Так, становление одержимым зловещее существо характеризуется потерей контроля над телом, разумом и душой. Однако сущность это зачастую мало, она хочет больше. Ситуация становится намного хуже для носителя. В этих случаях одержимость это всего лишь первый шаг плана демона. Так, поговорю, что есть те, кто возвращается в наш мир, желая закончить незавершенные дела. Жертвы этих ужасных случаев одержимости подвергаются. Так, телепортация, не знаю, как это описать. Эти существа заставляют проживать моменты, которые не должны быть возможны в другом месте и времени. Может, даже вообще в другом измерении. Это безумие. Неясно, происходит ли это телепортация внутри разума, или носитель физически перемещается в какую-то альтернативную реальность. Альтернативная реальность? Я схожу с ума. Так, все, больше ничего не появилось. А я бросить кассету не могу. У меня 8 из 10 места свободного. Нет сигнала. Блин, и что делать? Я не знаю, что дальше делать. Нужно что-то с вами искать. Картину, подсказку, не знаю, дверку. Блин, откройся, пожалуйста. Нет, ничего нету, пусто, да? Здесь пусто, я так понимаю. А нет, вот что-то мы нашли, смотри. Так, схватить. Ключик какой-то нашли. Ага. А чего это ключик? Кто мне скажет, не от дверки случайно? Закрыто. Так, треугольный ключ, фотография, молоток. Треугольный ключ. Блин, может от часов каких-то, не знаю. Может что-то нужно будет сейчас завести с вами. Так, картинка. Мы могли завтракать с дедушкой каждое утро. Угу. Стой. Мы нашли с вами ключик, а ну. Давай посмотрим. Ключик. Треугольный ключик. Нет, не то. А где мы тогда можем тебя использовать? Пошли тогда в самое начало. Так, ну эту загадку-то мы решили, да, с вами? Здесь у нас, по-моему, сейф. Давай посмотрим, вроде ничего нету, да? Так, на хранение. Давай на хранение положим с вами, знаете что? Положим с вами кассету, которую мы прослушали. Вот это вот, все. Потому что места у нас и так мало, вы сами видите. Так, слышь, дедуля, ты не знаешь, где мне использовать? Где мне найти, во-первых, фотографию? А это не этот ключик от замка, а ну...
Да, смотри. Во, ребят. Ага. То есть нам нужно будет с вами найти еще один, да, ключ, я так понимаю. Вот сюда, вот. Блин, прикольно, где я его нашел? Я уже забыл, где я его нашел. Так, ну там закрыто. Давай вернемся в комнату. Так, дед. Не, ничего не получается. Должно быть сломано. Вот эту вот дверку, как мне открыть? 56-70. Давай попробуем. 56-70. Ну вот, смотри. По идее оно. Почему оно не срабатывает? Вот это я не могу понять. Ну да, это я так могу миллион часов стоять здесь, комбинации подбирать, да? 56-70. А здесь у нас у деда какая? Тогда сюда, пожалуйста. Так, 19-68. Давай попробуем 19-68. Так, погоди, 19-68. 6 и 8. Блин, ну тогда я честно тогда. Не знаю. Тогда честно, я не знаю. Но вы сами видите слева, да, вон? 56-70. Может, это от другого чего-то. 56-70. Здесь ничего нету. Открыть коробку я не могу. Лопату я сломал. В общем, справился. Молодец, Арчи. Может... пофоткать нужно что-то. Может, реально я что-то упускаю. Так, ну не, тут явно ничего не покажет нам. Так, серийный убийца пойман и убит. Здесь у нас сейф, да, по-моему, там. Угу. Ну, идемте обратно. Идемте обратно, идемте смотреть. Может, тебе что-то нужно положить сюда? Так, картина. Может, где-то реально есть ключик еще где-то? Это вот тут он лежит, я его просто не вижу. Так, ну это тут картинка мы нарисовали, здесь ничего нету. Ага, да, мы ключ здесь с вами нашли, помните? Может, тут реально что-то еще лежит? Так, в духовке нету ничего. В кастрюлях. Будильник нет. Тоже нет. Стой. Шикарно. Коллекционный предмет нашли с вами. 2 из 20. Киюшки. Так. Может, где-то под кроватью, может. Вот эту херню как мне отодвинуть? Почему она не двигается? Может, когда здесь откроется, ну тоже меня. Схватить. Использовать. Не? Thank you.
Хер его знает. Давай к часам подойдем. То где-то у нас часы висят. Вот эти вот. Может сюда вставлять нужно, как вы думаете? Не, не подходит. Почему? Почему не подходит? Хорошо. Здесь мы были, здесь у нас толчок. Здесь вообще ничего нету. Давай сфотографируем. Поможет? Нет, не поможет. Блин, не могу лопатой это все сломать. Не, никаким образом. Точно не. Зачем мне лопата нужна тогда? Читать. Комбинация вправо, 5 влево. Нужно, значит, комбинацию пытаться разгадать с сейфами. Но других вариантов я не вижу. Так, закрыто. Это комната еще здесь. Вот, что тут находится? Как мне сюда попасть? Никто мне не скажет? Не, может, конечно, ты сейчас и кричишь в экран, что Арчи сделает то, но, к сожалению, я этого не слышу. Говорится, увы и ах, заперто. Так. Лунный короб. Лунный короб. Куда мне этот лунный короб с вами пихнуть? Закрыто. Тоже, да, не работаешь? Здесь явно ничего нету. Блин, не знаю. Херня эта поломанная осталась, и все. Ага. Смотри. Сука, так и нашел, да? Ребят. Я нас поздравляю. Мы таки нашли 3 штучки. Стой, это что такое? Grandpa never got over her death. Так, дедушка так не смирился с ее смертью. 1968. И там 1968. Хорошо, пошлите в туалет вставлять эти штуки. Алло? Не издевайся надо мной. У меня есть фотоаппарат, я не боюсь им воспользоваться. Ты ж меня знаешь. Я парень простой. Вижу бабайку, фотографирую. Сука. Так, теперь нужно по-быстрому как-то вернуться. Вернуться. А куда вернуться? Вы не помните, куда мы... Где мы только что медальона забирали? А, вот тут слева. Да, все, вспомнил, нормально. Давай теперь здесь разбираться с этой головоломкой. Так, что здесь нужно? Что здесь нужно? Оно? Подходит? Не подходит. Да, смотри. И вот так вот. Все? Не? Да ты шо, ля, какой я умный. Вообще. Давай. Давай открывать. Не, по идее, здесь должна будет фотография быть. Ага, вот этот портрет, который нам нужен, ребят. Неплохо, неплохо.
все, можем пройти. Okay. Да, окей. Хорошо, схватить. А здесь у нас лежит... Что? So, grandpa tried to contact grandma with this thing? Так, наш дедушка пытался выйти на связь с бабушкой. Это what? Что, кровь? Ну да. Хорошо, пошлите с вами теперь наверх. Тихо, тихо, тихонько. Все хорошо. Сука. Бабуль, а если это ты, то это я, твой внучок. Пожалуйста, не нямай меня. Так. Ага. Нам наверх, 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 наверх. Все, 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 все. Вот сюда. Пожалуйста, давай. Что за хуйня творится в этом доме? Не знаю. Давай быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Давай, вешаем. Есть, отлично. 43. И шо? И... Нихуя, да? Не произошло. А слово совсем. Так, может баночку нужно. Так, хорошо. Блин, ну по логике я вернул все картины на место. И что, вообще ничего? Просто... Просто вообще ничего? Хорошо, стой, дай посмотреть. Так, 68, да? 68. Тут, по-моему, у нас 13. Если не ошибаюсь, да, 13. Хорошо, давай заберем. 51. 38 плюс 13, 51. 33 года. 56. Блин, а может мне нужно 51, чтобы вышло? Сюда повесить малого. Там, где 5 год. Ну, понял, да, о чем я? Малого, где 5, 5 годиков ему. Где малой? Вот, 5 год сюда. А здесь тебе сколько? 56. Вот, забирай, получается 51. Все, правильно ж? А тогда вот сюда мы возвращаем эти Q. Картины сюда. И сюда. Тридцать восемь плюс 13 равно 51. 43, 63. Хер пойми. Ну так должно быть. Но у нас сейчас тут вышло 51. 56 минус 5, правильно? 51. Бабуль, помогай. Или неправильно? В общем, нужно, ребят, чтобы везде было 43 у нас. Так, здесь у нас идет... Где этот... Угу. Бабуля у нас, по-моему, вот тут должна быть. Здесь мы бабулю с вами вешаем. Здесь у нас дед. Где наш дед? А здесь у нас мужик. Ну, то есть, чтобы под картиной вот это число было, чтобы вы поняли. А здесь у нас 38. И плюс мы сейчас сюда мужика повесим, и должно получиться тут 43. Ну, вроде все, вроде правильно.
вроде можем смотреть, правильно ж? Но здесь малой должен быть. А ну погоди. Так, 25. Погоди, не. Тридцать выходит, да? А тут 13. Тут 13. Погоди, а бабки наши сколько? 56. Ну, все правильно. 13 минус... Ну, вот. Должно быть 43. Так, дед у нас... Дай сюда. У нас здесь за число. 10 минус 68. Нет, не выходит. Ага, этому 33. Значит, мужика сюда должно выйти вот так вот. 43. Сюда мужика нужно повесить, правильно? Значит, сюда деда и малого, насколько я понял. Ну, по логике. Да, да, все правильно. Получилось. Так, что здесь? Бонжур. Донде стали библиотеки? Угу, сейчас какая-то херня произойдет, да? Угу. Прикольненько. О, автосохранение пошло, да? Да, справа снизу пошло автосохранение. Ладно. Идем смотреть, что у нас здесь находится. Так, ты кто? Ля! Зажигалку нашли. Прикольно. Давай открывать. Ага, вот для этого, да, мне зажигалка нужна, я так понимаю. Нихера не вижу. Интересно, если я так сделаю, на нас кто-то нападет. Тут отпечатки рук на стенах. Как ты, блядь, догадался? Так. Давай идти дальше. Все, зажечь. Отпечатки прервались. Может, сфоткать надо? Не. У нас дальше проход идет. А давай немножечко ускоримся, хотел сказать я. Так, налево, да? Давай сначала налево сходим, а потом вернемся. Блин, надеюсь, мы под ногами с вами ничего не упустили. Или это мы возвращаемся? Ага. Сука! Блять. Зажгись, пожалуйста. Это гребаный лабиринт. Давайте идти прямо все время. На крайняк у нас автосохранение есть с вами. Если что, начнем заново. Так, все, я в тупике, да? Честно, без понятия, куда тут идти. Реально без понятия. Право, налево. Да, я заблудился. Все. Сейчас мы будем с вами бродить очень долго и нудно здесь. Так, ага, тупик. Хорошо. Просто здесь может быть в какой-то из этих комнатах, хотелось бы мне сказать, но в этих туннелях где-то может кусачки лежать. Сука.
Хорошо, хорошо. Может, мне за ним идти? Думаете? Или это херовая мысль? Отправиться за ним. Так, здесь тупик. Здесь тупик. Угу. Он нас тупик завел. Блин, ну могли бы ли сделать для таких, как я, чисто... Когда ты заблудился, не знаю, там следы какие-то, либо отметины. Ой, нет. Бабуль, это ты? Бабуль, донде стала библиотека? Ага, вот она. Вот, да? Сюда нам нужно? Сука, мразь. Я должен выбраться. Согласен. Какая же ты мразь. Так, все, пошли сюда. Ага, сохранение пошло, отлично. Значит, идем в правильном направлении. Какая же ты мразота старая. Так, вообще нихера не вижу. Ага, мы на кладбище, да? Да, мы на кладбище. Что за херня? Кладбище? Как? Как я здесь оказался? Хер его знает. Так, вот, мы что-то с вами нашли. Ненавижу кладбище. Может установить тут пару камер и заснять серию этого? Охотники на привидений. Наберем миллионы просмотров. Заработаем миллионы долларов. Будем с вами. Так, как мне отсюда выбраться? Похоже, что это место заброшено. Самое главное, знаете что, чтобы я здесь ничего не упустил. Потому что если здесь лежит очередная подсказка, коробочка, не знаю, там еще что-то, то это будет печалька. Так, давай спускаться. Что я делаю, господи? А тебе удобно одной рукой держаться за лестничку? Ты же по-любому упадешь. Я ж тебя знаю, ты сейчас по-любому упадешь. Оно уходит глубоко вниз. Нет, сука, вверх оно будет уходить. Ёб твою. Так, зажигалка, зажигалка. Ты нормально? Да, вроде нормально. Как я здесь оказался? Без понятия, что здесь. Так, собор святого Юпитера. Угу. Блин, давайте, наверное, может, с вами в следующей серии уже будем исследовать собор этот Юпитера. Да, наверное, так и поступим. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом, ребят.